Давай, отъезди, будет проект. Ну, не совсем случайно. Мы их случайно ударили. Большая гора, то есть, которая я тебе говорил, 50, сейчас скажу где. 50-30 где-то вот там. Туда далеко, я туда уже через сам дом пойду, если пойду. Так. Сонь, ты, кстати, семена не выкидывай с этого, когда будешь фармить ягоды. Картошки, вот это, моркови, лимон, вот эти фигня. Что? Давай, уже ешь, господи. Я тут не наблюдаю ни бобров, ни плотины, нигде. Ну иди уже домой, товарищ. Ну, должны же быть. Должны. Я их, может, мы же есть. Нашли по пути туда две плотины наверх. Ага. Я говорю, я, может, их просто не вижу. Сейчас темно, сейчас подожди, рассветет и посмотри там в воде, может, ты бобров увидишь, это быстрее найдешь. В воде тут бегай. Плаваю. Бегу по берегу, я же нажал. Мне кажется, скорее всего, как река в этот вот в море выходит, вот это вот устье вот, с маленьким островком, где-то именно там должно быть.
Может, там еще опасно. Я туда не знаю, я как-то мне кажется странным, если они в море будут. Ты лови птицу, просто полетаешь надо мной, может, разглядишь. Да я поймал уже в две их, но они, видишь, первого и пятого. Я сейчас лагерь отведу и пойду найду хотя бы левого 20-го. С ними я ничего не сделаю. Хотя бы разведаешь, хотя бы скажешь мне где. Да, наоборот, они на ходу будут прокачиваться. Наоборот, с неба-то я ни хрена не увижу. Из самого неба. Просто над водой потусишь. Все равно обзора лучше. Вот нет, я просто... чисто теоретически я могу отдать того аргентавица и забрать маленького. Нет, ты лучше двоих забери сразу, тебе будет проще. Чем? Первый и пятый уэлл. Чем проще-то мне будет? Ну, тягать этот, как он называется. Нефть, так, нефть, да. Или что? Птеродактиля с собой прицепи, они же в полете будут. Птер не нужен, птера там фигня, вот этих-то можешь взять, они... У них дело-то не во взять, я предлагаю только если ты сюда прилетишь, заберешь. Не, я прилететь-то могу. Только тебе тогда птера тоже придется вести. Хотя нет, зачем птера, я сейчас на двух этих прилечу, да и все. И как раз там еще одного можно этого захватить. Там, наверное, побольше выплывало. Хотя, в принципе, вот этого 28-го я здесь поймал. Надо полетать вокруг этой горы, может, и здесь найду. Бля, я альфа-раптора нашел. Кто меня пишет? Он меня не видит. А там, кстати, их много бегает. Как да. Бобры спамятся вообще? Они на тех местах, на которых мы их уже ловили, заспамятся? Да. Ну так может сходить просто туда, где к дому? Да я думаю, навряд ли они там уже отспавнились. Там у них рез где-то 4-6 часов реального времени, а у вас же серф не стоял это время. Мы вчера, когда их поймали вечером, мы играли до ночи, стоял, я думаю. Мне кажется, навряд ли. Я сейчас здесь недалеко, я сейчас летаю, посмотрю. Смотри, нам надо-то хотя бы одного мальчика найти, но у нас 4 девочки. Их даже надо, не столько, как сама планета парами важна, именно как... сажать, не толпой, а парами. Ну, мы пару посадим. А потом остальным найдем. Главное запустить процесс. Я помню, что читал... Да должны они строить плотину. Вообще, если не будут, можно их отпустить, ну, то есть посадить их в загон, снять с них клеймо, ну, то есть они будут подняты. И чтобы плотину пойдет. Когда время придет плотину собирать, их как-то... Не, они строят, но они дольше строят, чем в таких. Ну, я не знаю, я просто помню, что читала, что вообще... Надо как раз 10 раз уже обновить. Это жаба и дерется нормально. Ну и перемещается, конечно. Перемещение вообще сокращает дистанцию прыжками своими огромными лаптями. Так, ну что, можно ждать рассвета, тогда я что-то в темноте это куда не полечу. Ну тоже надо вернуть к своей армии. Проверю, что там кого, блядь, с ними.
Главное, оттуда далеко не убегай, Миш. Сейчас я тебя возьму, полетим эту кицали попробуем зафармить. Да подожди, ты слетай за бобром. Ты чё с своим этим пристал-то? Проверь бобра, появились они или нет. А ещё надо эту бригаду забрать. Так я тебе говорю, я проверю сейчас. Я проверю, прилечу за тобой. Там кицалях пойдем и сразу толпой пойдем уже домой. У тебя дротики есть? 10 штук. 11. Ну, значит, наверное, ты меня будешь водить. Да я отдам тебе просто эту пушку с дротиками. И ты вместе с этим делом... Сначала потратишь дротики, а потом стрелы. Я самца и сам поймал, оказывается. Хорошо. Брызжут ягоды только? Или что? Или они еще рыбу, может, едят? Что они едят? Я не знаю, вроде только ягоды. Ну попробуй рыбу им кинь. Будут ждать, нет? Вроде не покалечу. Поберы, 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 хуя, поберы.
куда второй сел. Меня раздражает, что вот эти факелы, которые в доме светят, хуже, чем который переносной. Как-то странно вообще. А чё, кристалла нет? Вроде был же где-то. Так, а как же я седло сделаю? Она на каком левеле-то открывается? Но мне не открыто, наверное. Седло на каком левеле открывается на птицу? Ау. Хорошо. Седло на 69. Угу. Ой, на 62. Ну, замечательно. Да? Ха, ты не можешь сделать седло, да? Ну, как бы, да. Значит, бери ресурсы, лети ко мне. Оно, по-моему, оно без верстака, да, крафтится. Ну, а что нужно-то? Я же не знаю. 150 кератина, по-моему. Сейчас я найду. Да, 150 кератина, 350 кожи и 100... Ты подожди, стой. Короче, 350 кожи и 150 кератина. У нас нет кератина 150. Я тебе дал кератина хитина. Там неважно. И ну, то, и другое капит. У нас 102 капит. Всего. Ну, значит, набьем остаток. Иди сюда. 102 кожи. Сколько? 350. 350. Да. У меня тут есть какая-то кожа еще. 200... Сейчас мы вот с этих жаб. Так, а еще что нужно? И волокно. Волокно здесь. У тебя есть волокно? У меня жаба с... Ой, жаба, это обезьяна с собой. Так, ну я взял с собой. Сейчас я посмотрю, я может по дороге сейчас еще какого-нибудь найду. Побольше левел. Надо мясо с собой хапнуть. Ага.
слишком много жрут. Ну, я не для подключения. А вот мочкануть не помешает. Тебе некем мочить, да? Они наблюдают. Не, не замочили бы. Так, у меня с собой 160 кожима и 10 кератина есть. 10 кератина и 12 хитина. Кератина побольше нужно. Вот это, кстати, мегатери, я не знаю, тебе говорил, нет, он прям кератин добывает, вернее, не кератин, а хитин. Он с скорпиона 400 может сделать. Короче, Балина этот маленький островок, на который ты говорил, я сейчас туда со всей бригадой шурую. Сейчас я тут полетаю чуток еще. Ты тех проверил, там есть бобры? Нет, я еще не летал. Сейчас полечу туда. Я пока доберусь с бригадой. А, еды жареные тут хватит. Вот. Не жарится пока, я закинул ее. Гора вообще пустая какая-то. Слушай, а там нет настроек населенности мира? Не знаю, может и там посмотреть будет, потому что что-то вообще реально нет. Нарезку что-то почаще сделать. Или... Ну, что-нибудь такое. Только это, альфачей не надо. Я бы их вообще ликвидировал. Потому что, мне кажется, они... По минимуму оставил. Не, их оставил. Не, пусть они будут так же, в таком же количестве, как есть, но не больше. Это хера. О, 47-го нашел, сейчас нормально. Главное, чтобы у меня не захапал. Не, ну рапторы уже не такая... Не, всех оставь, ну, так неинтересно, пусть бегают. Как будто я сейчас возьму, если не использую. Конечно, надо перезапускать минимум, и не факт, что там вообще есть такие настройки. Не так. Блин, я пить хочу. За водой сначала сходить. Да ладно, бог с ним. Одни аргентависы, никого, ни рексов, ничего.